Отопительный сезон официально закончен. С 17.00 28 апреля подача тепла в многоквартирные дома жителей региона должна быть прекращена. Связано это с повышением среднесуточной температуры. В течение 5 дней температура воздуха в городе составляла больше 8 градусов Цельсия. Горячими батареи будут оставаться еще около недели. Отключить город в один момент не представляется возможным. Горячее водоснабжение будет осуществляться в полной мере до начала гидравлических испытаний на теплосетях города. В администрации уже начата подготовка к следующему отопительному сезону. В следующем году, как вы знаете, будет произведен ремонт к новому отопительному сезону 125 трансформаторных подстанций. Будет построено в районе улиц Брезняковских 7 километров новых линий освещения. Будет проложено почти 5 километров кабелей.